На набережной Чебоксар сегодня все утро звучала музыка. Представители женсовета Чувашии встречали гостей из Перми. На набережной Чебоксар сегодня все утро звучала музыка. Так представители женсовета Чувашии встречали гостей из Перми. Главное в этой жизни – это общение, это отношения, это обмен опытом. А нам есть о чем поговорить, потому что в наше непростое время у женщин немало забот. Организация женская очень много делает. Мы перенимаем у нее опыт. И поэтому мы наш актив привезли сюда. Мы так благодарны, что нас так тепло, гостеприимно вы встречаете. Нам очень понравилась ваша набережная, ваш город, ваши люди. Основная цель встречи – обмен опытом и решение проблем по сохранению и приумножению таких ценностей жизни, как материнство и семья. Такие встречи очень важны, отметила Лариса Игнатьева. Они позволяют решать проблемы разносторонне.